Всем привет! Сегодня мы будем дальше трешевать, будем смотреть на... Ну, вы будете смотреть, я буду испытывать огнекрыла с огненной защитой, которая отражает 45% входящего урона. Плюс у нас еще есть тут отражалка от победного выпада артом. У нас будет стоять кубок жизни рунами. Специально поставил психощит, чтобы блокировался, например, талантик от ары. Также плюс приятный бонус по ХП. У нас защита получается за счет отражалки 45%. Это не каменка, конечно же, но тоже интересная сборочка. В созвездиях у нас все же осталось уклонение, потому что у нас следующий тест будет огнекрыло с ложным выпадом, который дает уклонение еще дополнительно. Ну что, поехали. Посмотрим, что он может. И стоит ли его качать именно в такой сборке. Конечно, желательно их иметь таких уже, я думаю, 2-3 героя, потому что... Так, смотрим. Ну, хранителя. Видите, об хранителя слился. То есть даже при таком раскладе, когда у него нету много урона, он все равно будет сливаться по отражалку. Дамага у него очень много, то есть у него дамаг и по цели, и по области, как видите, здесь мы просто расшатали забор. Ну все, у нас Фрея ушатало. От Фреи, конечно, сложно. Если тем более она издали бьет. Так, а ну-ка давайте попробуем тут запустить. Так, стрелок есть. Ну, стрелок ему, честно говоря, не помеха вообще никак. Так, ну-ка смотрим. Урон, конечно, у него бешеный просто. Интересно, сейчас Рину, чтобы подбежал. А, и хранителя зацепил с собой. Ну, смотрим. Рину с хранителем. Как видите, миссов очень много. Хранитель даже не может включиться. Еще до сих пор даже не включился. Он просто по нему миссает. Ну, что я могу вам сказать? Сами, в принципе, все видите. Так, вот он начал бить. Ну, отхилишься или нет? Не, не успел. Ну, хранителя и Рину, смотрите. Рину там тоже почти добитой. Чуть-чуть не хватило. То есть, один на один, я не знаю. Единственный вариант, как по мне, это только Фрея. Так, найдем Ару или нет? А в чем прикол огненки еще? Здесь он очень много имеет уклонения, поэтому, наверное, процентов 95. Там, а может и 99, то, что Ара промахнется. Единственный вариант, что его соберут полностью на точность, но мало кто будет это делать, тогда еще по нему попадут. А так тут 100% мисс за счет уклонений, за счет его трансформации. Ну все, просто расшатал полностью всех героев с отражалкой, плюс 45% у него отражение. Так, ну смотрим дальше. Плюс здесь стоит сейчас психощит, который блокирует еще дополнительно. Так, вот хранитель, вот будет интересно сейчас посмотреть, кто кого. Да, какой-то хранитель ушатался просто. Даже попасть, вот наконец-то он включился, и смотрим, что у нас получится по урону. Вот мы начали получать отражалку, смотрите, как жестко-жестко, причем отражение получили. Ну опять копии, и плюс, сразу же плюс 100% жизни опять. Раз, восстановился. То есть, ну, есть смысл, конечно, в огненке на нем. Он, конечно, будет не в топ дефовым, но зато он будет отлично отражать. Если посмотреть вот на вертолетиков от стрелка, вы можете увидеть по 7-8 тысяч у него идет отражение. То же самое на топовых героях. Если они начнут его бить, будет хорошая отражалка. Так, против стрелка смотрим. Ну, стрелок вообще со своими разбросами, смотрите, как просто жесть. Это при том, что стрелок там имеет... Так, а ну-ка еще разок, Рино. Он просто их в паралич вводит. Все, жесть просто. Он не дает героям бить. Ну и отражение на нем, конечно, вообще топово. Так, против Рино смотрим. Я думаю, Рино тут без варика вообще. Паралич, паралич. Единственное то, что вот
по черепу видно. Нормально так дамажит. Так, ну что, Рину сольется или нет? Ну, Рину себя по 40 хилит. Ну, я думаю, тут даже такого урона Рина не вытащит. Вот, Рину слился. Это не 12-я прокачка, это 10-ка. Ну, конечно, интересно, интересно. Так. Действительно, над героем постарались. Сделали для нас нечто. Теперь вопрос, сколько осколков надо будет посмотреть. Как его собрать? Ну, не знаю, с отражалкой тоже достойный вариант. Хранитель слился. Так, ну тут, конечно, толпа на него. Ну, что там получилось? Никого не слил. Урона, конечно, маловато. Если сравнивать с бастионом, у которого там урона плюс 60%, это разница очень большая. Посмотрим на ложный выпад. Но сейчас, честно говоря, все атакующие таланты, они с одной стороны хороши на некоторые локации. Но на PvP локациях там против вас либо будут с отражалкой герои, либо Атлантикор, об которого просто он убьется, если зарядится, Атлантикор включится, все, никакой герой там с БВшкой, с бастом даже просто не сможет выстоять. Тем более такого плана, у которых очень много дамага. Поэтому надо иметь несколько таких героев на разные варианты. Надеемся, что скоро добавят сюда дополнительные скины на огнекрыло, и тогда можно будет параллельно пару штук прокачать. Ну а пока у нас вариант только так тестить. Возможно, завтра еще нам введут его в акциях, и мы сможем его протестить. Так, хорошо. Давайте потестим его. Ну, на подземках. Ну, давайте на подземку сходим. На жестокое. Там мы смотрели, как с ожогом был. Посмотрим на такого. У него получается где-то в районе 8000 уклонения, 8000, если все полностью взять, где-то так, даже может больше. Плюс еще процентуальные надбавки от слона там 30%, от меч молнии, не помню, 15 по-моему. То есть у него очень-очень хороший уклон, по нему очень сложно будет попасть. А вот то, что он делает здесь, вот массовый дамагер, плюс вот паралич, вот этот, просто жесть. 3 секунды герои ничего не могут сделать, не могут включиться, то есть это реально очень круто. Ну, еще и вот атака по героям, как видите. Хоть там и дамаг не особо большой получается, он наносит 250, но 10 ударов за 2 секунды. Мало какой герой это выдержит. Афина, конечно, там больше наносит, но тут это просто жесть. Его основной скилл работает, плюс еще этот дополнительно включается. Плюс отхил, и жизни у него никак у Афины. И иммунов намного больше. То есть в этом плане герой реально топовый. По чуть-чуть все-таки сносит. Интересно будет на PvP локациях в составе с ожогом, либо с огненкой. Если будет полная пачка, тоже будет смотреться неплохо. Но с огненкой достойно отражает, ну вообще уклоняется, потому что там за счет талантика. Но опять же, тут 45% возврата, что тоже немаловажно. Если брать там бастион, там урон и хп добавляется, тоже хорошо. Еще интересно, ложный выпад будет посмотреть. Ну, талантик сам по себе не очень, но на этом герое будет интересно посмотреть на его уклонение. Если его на максимум поставить все на уклон. Посмотреть, как он будет. Вот, смотрите, 3 секунды. Отлично. Еще 3 секунды. Вот он ударил, сейчас опять будет 3 секунды.
Ну, не знаю, достойно, достойно. Действительно, действительно, вот это офигенные герои, которые вводят опять очередной дисбаланс в игру, потому что он просто других героев унижает. Я даже не знаю, что сказать. Так, окей. Здесь мы на него посмотрели. Давайте пойдем в PvP локации. Там затестим. Идем в забытую. Сегодня я тут уже немножко побегал. Так, какой-то рычок. Давайте на него нападем. Так, вот такой вот. Вот против нас как раз. Вот смотрите, Ара просто не заблочил. Просто не заблочил. Не успел, я не знаю, не заблочил, миссанул. Мисс, 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 мисс. Вот сейчас попал. Попал, и мы сразу восстановились. Восстановление, конечно, на нем просто жесть. Если поставить еще, ну, хотя в принципе рунами исцеления утекания просто поставить, чтобы хилил себя с каждого удара еще дополнительно, думаю, будет отличный вариант. Конечно, он не нагибашка, как остальные все сборки вы видели там с бастом, с БВшкой, там конечно урон есть, урон, вы ничего не сделаете, но вот какой-то рукожоп. Давай проверим твоего бигфута. Ну вот так вот, в принципе, достойно. Отражение 45% плюс. Вот смотрите, что он делает. Там была целая пачка, 5 героев. Вот Гаргул включился. Это просто жесть. Что он делает? Мисс, мисс, мисс. Но миссуют по нему, еще дополнительно отражалку получают. Выживет? Нет, все-таки слили. Но достойно, как танк, если ставить его еще сзади каких-то дамагеров поставить, я думаю, там никто не выстоит. Тут должны мы затащить, по идее. Да, вот так вот. Ну, не знаю. Вроде и так неплохо смотрится. Так, 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 так. Где мы ее еще тестанем? Давайте попробуем королевской битве. Создать, изменить. Да, то, что надо будет 2-3 их вкачивать, это однозначно, пока не ведут скин. Очень, очень он будет востребованный среди игроков. Так, смотрим. Может, Атлант успеет включиться, хотя я сомневаюсь. Ну, смотрите по зоне, как работает. Просто без вариантов. Давайте ради интереса посмотрим на демона. Вот он вводит опять 3 секунды, паралич работает. То есть он полностью обездвиживает. Это просто жесть. Это не стан там, допустим. Это просто жесть. Круто. Реально круто смотрится. Дай урона у него. Давайте один на один выпустим ради интереса. Посмотрим, сможет ли он продержаться. Он миссует. Этот по нем просто миссует. А урона у него, как видите, 2 секунды и 10 ударов прошло. Опять 10 ударов. То есть отлично вообще. Его еще крит, чтобы был. Ему, когда ведут 12-12, я думаю, будет очень интересный вариант. На 12-м. Там уклонение и крита добавятся. Отлично. Ну, нереально просто его. Он по нему миссует и плюс от себя отхилит, если надо, на полностью на соточку. Красиво смотрится талантик. Радость, смотрите, там такая кометка идет и круг вокруг. Ну, не знаю, мне нравится тоже такая сборка. Пока я даже не знаю, какого делать основным, какую прокачку ему оставлять. Потому что очень много вопросов к данному герою.
чтобы он был универсальным. Надеюсь, их добавят еще в какие-то акции. Так. Ну, тут пачку он разберет без проблем. Плюс отражалки. Действительно достойный герой. Ну, Анубиса просто разбирает по чуть-чуть. Сколько дамага прилетает. Там даже какой бы ни был на Анубисе талант, он его просто разберет. Да, как не знаю, Некрос, Афина там себя хилит еще дополнительно и танк. Ну, очень круто смотрится. В принципе, все, я уже так показывал, где его применять. Вот такая вот сборочка, тоже достойная. Есть смысл прокачать, если у вас на аккаунте есть отражалки. Думаю, интересно будет, особенно там на PvP локациях, на той же самой битве гильдии в дефе. Можно потестить. Отражалка 45%, это реально немало. И сейчас еще раз хочу протестировать, поставить ремку. Я вот не могу понять насчет автопрока. Вот видите, он даже не долетел. А ну, на меня кто-то нападал. Сейчас посмотрим. Так, вот отсюда атаковали. Вот смотрите, посносили Некроса, даже уже больше снесли. Этот еще жив был. Отлично. Ну там Фрейя плюс магия. Так, что тут есть? Тут у меня, по-моему, он не стоял, если не ошибаюсь. Да, его здесь еще не было. Ну, посмотрим. В общем, вот так вот, ребят. Вот такой вот обзорчик был. Действительно интересный тоже для него талантик. Не знаю, посмотрим уже в дальнейшем, если будут еще, либо это я обязательно себе прокачаю такого. Пока я еще не определился, делаю так предварительные обзоры. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики, участвуйте в акциях. Всем пока.